В настоящее время для входа в систему мониторинга используются те же учетные данные, что и на сайте Prevention Web, платформе для обмена информацией, Бюро ООН по снижению риска бедствий. Перед входом в систему мониторинга убедитесь, что ваш региональный координационный центр добавил вас в качестве координатора, исполнителя, проверяющего или наблюдателя, введя свои данные в систему мониторинга вашей страны. Если вы уже были добавлены вашим региональным координационным центром, нажмите «Войти» на главной странице системы мониторинга. Если у вас уже есть учетная запись на сайте Prevention Web с тем же адресом электронной почты, который использовался вашим региональным. Если у вас нет учетной записи на Prevention Web, выберите «Зарегистрироваться сейчас». Координационным центром для создания учетной записи в системе мониторинга используйте этот адрес электронной почты для входа в систему здесь. Если у вас уже есть учетная запись в системе мониторинга, но вы не входили в систему после перехода на единую систему входа в Prevention Web, вам также потребуется создать учетную запись Prevention Web. Введите свой адрес электронной почты, имя и фамилию для создания новой учетной записи. Используя тот же адрес электронной почты, что и для системы мониторинга, нажав кнопку «Зарегистрироваться сейчас». После того, как вы создали свой пароль, вы зарегистрированы на Prevention Web и можете входить. Вы получите электронное письмо от Бюро ООН по снижению риска бедствий со ссылкой на однократный вход для создания пароля в систему мониторинга с помощью своей учетной записи Prevention Web.